Именно в такой позе я буду снимать этот ролик, потому что я выбил два ножа за один стрим. И кстати, если ты меня спросишь, Эрик, где стрим, на YouTube ничего не было. Все потому, что я уже 2 месяца стримлю на Твиче, и вчера у нас был там хороший показатель. 1500 онлайна. Спасибо большое всем, кто это видел. И не забывай, что вот сейчас у тебя на экране мой Твич, ссылка плюс скриншоты. Если ты хочешь видеть мои стримы, то я жду тебя на Твиче, это правда. Сейчас мы набираем народ, скоро будет там все больше и больше людей. Все ссылки будут в описании на Твич, поэтому лучше после этого ролика зайди на Твич и подпишись, это будет классно. Так вот, идем дальше. Что это было сегодня? Это ужас какой-то. Я выбил два ножа, и это было неожиданно максимально, потому что я ждал единственный ножик для превьюшки. Вы это увидите в ролике. И выбило два. Это редкое событие, это крутое событие, которое точно запомнится мне на всю жизнь. Спасибо каждому, кто был на стриме, и я тебе желаю приятного просмотра. Ну и давайте наберем 18 тысяч лайков. Почему 18? Потому что сегодня 18 декабря. Ну а сейчас всем приятного просмотра. Ребят, момент истины. Первое открытие. Так, все, готово. Алло. Так, все. Вот и первый дроп, вот и первая радость. Так, мое настроение поднимется максимально после одного. Просто должно быть желтое что-то. Настроение на весь стрим это 100%. У меня сейчас на канале вышел ролик, это как мне выпал авик. Типа, он пролетел, но я сделал прикол, что он выпал. Там упал пролетел авик, в следующем ролике он выпал. Но если в этом ролике не выпадет ножик, я не знаю, как его называть, серьезно, уже нет идей. То есть сейчас для контента должен ножик быть 100%. Скажи, чтобы спел свой клип. О, чувак, пожалуйста, я тебе клянусь, Филиппин, я тебе клянусь. Да, я клянусь, я это слушал, пиноколада, чувак, это... Давай, кто не знает, Филиппин это лучше любого рэпера. Готов? Сейчас, у меня подписчика пройдет. Это 2.0 просто. Чувак, LJ просто никто передовой. Какая интрига великодушная идет. Слушай, я сейчас заору, если упадет. Так, работаем дальше, Эрик. Оу, статрек, пожалуйста. Так, ну, по сути, это долларов 6. Я уже этому радуюсь, чувак, правда. Я не знаю, чему радоваться в этом открытии. Так, я тут. Дилай, ты нас скинул. Я кушать себе наложил. Спасибо за 2 евро, чувак. 2 евро. Это еще раз показывает, что меня смотрят реально челик из Европы, потому что я сам приехал из Европы в Питер. Спасибо, Фритис. 22-й кейс, ножик проверяй. Хорошо. Раз, два, 10, 18, 19, 20, 21, 22. Эрик учится считать. Вот мы и посчитали. Да. Помогите Эрику найти. Началось с красного, это уже хорошо. Блин, Фритис, это было бы очень красиво. Филиппин, я хочу ножик прямо сейчас с этого открытия. Просто... Сразу попросил бы, сейчас, на, получай. Это не точно. Фак, я хоть что-то яркое... Че, не знаешь этого кода? Да. Death by Puppy. Это трек. Немного понравился. 21 доллар. О, добрый день. Все готовы? Лучший трек Филиппина. Потому что он второй? У тебя 2 трека? Он второй, да, дядя. Так, ладно, полетели. Эй, бармен, давай сюда. Повторим. Это девчонка. А-а-а! Че, нож упал? Почти. Чуваки. Авик. А ты пиноколаду включил? Да, пиноколаду приносит и дальше. Чувак, хорош. Бэм. Где выдают контент? Слушай, по сути, мы можем сейчас зайти и понять, что это качество прямо с завода. Да. Прямо с завода? Да. 20 тысяч рублей. Шикарно. Сколько? 230 долларов! 20 тысяч рублей! Я купил открытие только что. Это как ножик. Не, ну бро, не 20 тысяч, подожди, мне маленький... А, боже, подожди, да, стоп, это 15. 15, ну, чувак, 15 тысяч рублей. Пацаны, вак-чат, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень жестко. Макс, давай еще раз. Это очень жестко. Это очень жестко. Это очень жестко, чувак. Это просто божественно. Это божественно. Я хочу с ней поиграть в игре. Я зайду прямо сейчас на cybershock.ru на лучшую сетку серверов. Зайду сейчас на сервер Deathmatch, 6-й сервер, и вам покажу, как она выглядит. На серверах Cybershock вы всегда сможете найти место, потому что серверов очень много. Чувак! Оно так красиво выглядит с перчатками этими. Я же не рофлю, чуваки. Ай, как... Как это красиво! Я клянусь, это круто. Правда, это круто. Я вам серьезно, мне это очень нравится. Я буду с этим авиком играть. Она такая чистая. Так, все, полетели дальше.
Пошел жрать доширак. Так, у меня 3 кейса осталось. Это крафт на что? А, лол, у нас 2 крафта будет на красное. Давайте, короче, запихаем тогда вот это пока что. Можно сделать так. Смотри, здесь у нас шанс 50 на 50. Делаем. Просто рисковенько. Иначе нет вариантов. Иначе нет вариантов даже. Все, давайте. О, кстати, Фамос выпал. Если он нормальное качество, то это неплохо. $14. Не, он не очень, ребят. Поймите, мне это нужно. Ты хочешь нож? Мне это нужно, чувак. Но я не могу. Я не хочу, чтобы мне бы не выпал бы ножик. Надо добиться его. В чате пишет, продает нож, чтобы выбить нож. Непростой нож. Да, я очень хочу дефолт. Он $400 стоит. По-братски, по-братски, по-братски. Сделайте скриншот, типа мне выпал ножки, закиньте психушку в предложку. Давайте, скриньте вот это. Все, чуваки, давайте, сейчас забазим всех сюда прийти. Сейчас такие взорвем. Мам, это ножики! Не, ладно, все. Я здесь ни при чем. А это предложил Сармат, все предъявы к нему. Так, все, 20 штук. Полетели? Давайте. Давай. Let's go. Ребят, следующее новое открытие, полетели. Господи. Это $20. А если прямо за... $19. 1000 рублей. Просто со второго кейса. Пока хорошо все. Ну, ай, да, превьюшка есть, превьюшка есть. И это не кликбейт, ёп. Чуваки, я вас... Вы сюда зашли на эту превьюшку, потому что тут реально выпал ножик. Ты крыса выбил нож! Да-да-да! Чуваки, мы достигли. Тактика сработала. Какая? Продал нож. Получил ножик. Дима, ты попал под... Ты в ролик попал, Дима. $152, 10 тысяч рублей. Мы сегодня выпили. Надо тоже ломать нахер эту систему. Чувак, а хочешь сломаю еще раз? Потому что со следующего кейса мне упадет еще один ножик. Бесплатный ножик CS 1.6, покупать и сливать на кейс. Реально, мы такие тупые. Можешь зайти в 1.6, который бесплатный, и играть с этим ножом, который платный. Ну, тупые, а. Я ждал ножик почему-то сейчас. Я такая счастливая мразь. Я после этого, того, что сейчас получилось, я выбил 25 тысяч рублей, я еще хочу чего-то. О, я не знаю, сколько это стоит, но обычно стоит $2, если не ошибаюсь. Давид, насчет ЧСВ, блин, я, может быть, начал больше рофлить, и это, может быть, выглядит реально уже как-то слишком грубо, но, чувак, я правда не ЧСВ в жизни. Я, не знаю, я шучу просто. Я вовсе не ЧСВ, я ненавижу ЧСВшников, и у меня в окружении таких нет. Максимум Дарки Лол сидит в Дискорде. Не понял, в смысле? Ну, вот, чувак, это же шутка была сейчас, но ты, наверное, подумал, что я реально это сказал, и... Короче, тут уже смотря, как ты по нему воспринимаешь инфу, которую слышишь. Не воспринимаю. Ну, да. Все всерьез. Окей. Не все понимают иронию. Ну да, да, к сожалению, это правда. И вот я не понимаю, почему нет ножа. О, онлайн 1337. Вот это я понимаю. Но осталось, по сути, 4 кейса. А ладно, в смысле, чувак? Все, вот тут уже я первый, кто открыл в одном ролике два ножа сразу. Макс, делает, сори, но не бей меня, когда я приеду в Казахстан, пожалуйста. Я вас обожаю, кто смотрит стрим. Ребят, вы в истории. Вы в истории самого странного открытия. Это предпоследний был кейс. Ребят, я всех обожаю, кто на стриме на Твиче, потому что вы реально поддерживаете. Так, что у нас получается? Получается так, что у нас два ножика. Плюсавик. А это сколько стоит? $188. Это тоже 10 тысяч рублей. Я в любом случае купил сегодняшнее открытие. Это 100%. А, нет, кстати, нет. Вы помните на мой баланс? $170. То есть сейчас выпало 188. При продаже будет 170. По сути, мы ушли в ноль. Ну какой ноль? Это очень крутой ноль. Это компенсирует. Я на тебе хачапурик готовил. Чё нахер? Какие два ножа у тебя? Всё нормально там этот? С головой, с везением, я не знаю. Я с головой проблемы, чувак. Я кажется, медузу сейчас проиграл. В телефоне копаюсь и смотрю вот это вот. Лицо кислое, you know, кислое. Сидит такой, второй нож, ничего,
Страшный. Чил, грац, грац. Сколько ты уже кейсов открыл? Я открыл 125 кейсов. Сегодня только. Фу, чувак, я рад за тебя. Серьезно. Спасибо, брат. Серьезно. Классно, классно. Так, и, кстати, Twitch есть в описании. И не забудь подписаться на этот канал. Инстаграм, ВКонтакте. Все есть в описании. Спасибо за то, что ты меня смотришь.